Всем привет! Сегодня хотел поделиться некоторыми наборами моделей для Asset браузера или Asset паками, которые попались мне на просторах интернета, YouTube в частности. Попадалось их гораздо больше, просто наиболее интересными решил поделиться из того, что на данный момент нашел. Первый — это вот такой Asset пак, который попался на канале, на YouTube канале Blender Family. Видно, что он такой интерьерный. Здесь у нас довольно большой, много моделей различных. От окон, унитазов, каких-то перил, розеток, мебели, гарнитуры мебельной, вплоть... А, даже есть какие-то статуи, которые можно там поставить, скелет даже какой-то. Вот такие вот шкафчики есть. И, что немаловажно, мне понравилось, да, вот три модели есть. Людей такие для интерьерной визуализации. Все ссылки будут в описании на то, что я сегодня вам покажу. А второй asset pack или набор моделей — это вот такой вот набор кухонный, который попался на канале Ask&K. Вот такой наборчик, небольшой, но довольно-таки тоже интересный. А третий — это Free City Asset. Это, в общем-то, простые меши, плейны с текстурой. Ну и не только. Вот фонарь тут есть. Такие вот модельки. И третий ресурс, который сегодня хотел бы показать, это NASA Asset. Представляете, на сайте NASA есть, не знаю, возможно, это какой-то сотрудник NASA, да, который делает 3D модели и размещает их для бесплатного скачивания и использования. Вот, довольно много различных моделей у него. Также есть текстуры настоящие, реалистичные Луны, космических объектов каких-то и так далее. Все это вот в бесплатном доступе здесь есть. Это не asset pack, это не готовый собранный каталог в один blend файл, но просто это такой интересный ресурс, которым тоже хотелось бы поделиться.